Ну вот, наша песня хороша. Но это мы проходили. Только это. Ну, я всегда говорю, все, что я делаю на ваших глазах, еще раз, я готов, мне бы еще прожить бы лет 10. А теперь представьте себе. Вот представили. Посадил. Один раз полил, вот лейка. Все. Вот, я тогда ошибка сказал, что уже это 3 года. Нет. Вот я посадил, вот тут отрезал. Так. И внимание. Видели? Вот она вот здесь была отрезана, подросла. И вот это вот прирост 1 года. Причем это все было, я не мне, не я такой герой. Вот. Это все благодаря тому, что вот здесь вот у него маньчжурский абрикос. Он мощнейший. Мощнейший. Получается, ну фактически за 1,5 года он вырос, зима не в счет. То есть был однолетка, стал двухлеткой. Все, даже можно сказать за 1 год. И вот получается, что на нем есть несколько цветов. Я вам еще покажу с плодами. И обрезку я сделал вот так. А куда деваться-то? Он, знаете как? Он же из почки. А что такое из почки сказать? Это он-то и есть вот такой корявый, как хочет так растет. Видите, в один бок. Это и есть, никуда не деться. Получается, после 2 года еще надо резать дополнительно. Вот секатор в том месте, где я делал обрезку. Видели, да? Вот. И я вам покажу его следующей осенью. Следующей весной, потом снова осенью. Что покажет вот это вот? Я когда вот это смотрю, а у меня интуиция развита, знаете как? Вот. Вот это вот. Посадить с листьями. Ну что, ты не можешь хотя бы сказать? Ну, мы вынуждены летом садить. Видите, кругом все зелено. Почему? Ну, время съемки такое. Ну, вот. Надо бы весной, но весной что-то были заняты. Может, какие-то другие дела были. Вот. Ну, пожалуйста, сделайте обрезку. Обрежьте 2/3 вот этого, чтобы выжило. Не дождетесь от них. Никаких понятий, где корневая шейка, никакого понятия, где север-юг. Ничего, никакого понятия о холмах. Вот это вот прошлый век. Но ведь люди же смотрят миллионами. Вот что беда-то. И сюда напихать все. Тут у нее слева несколько стоит лимкостей с всякой дрянью. Запомните, друзья. Ладно, не буду возвращаться. Только чистая земля. Все. И не какая-нибудь там жирная. Вот за это вот, когда я это разместил, тогда надо было разместить у тебя это на канале у Тумана вот эту фотографию. Вместо того, чтобы спасибо сказали за вот этот способ посадки. Это стопроцентное спасение груш и абрикосов. Вот эта яблоня может дожить до плодоношения. Но она же не говорит, что не вздумайте садить абрикосы, они сгниют. Почему? Она этого не знает. Абрикосы откуда там, Подмосковье-то? Что вы? Какие к черту абрикосы? Изучивая весь этот дачный массив под Москвой, 80 километров от Москвы. Сотни, сотни, сотни деревьев. Один абрикос и тот гнилой. Все, что я видел. Откуда им абрикос-то это самое? Откуда я знаю, что абрикос и груша сгниет за год, за два? И вместо того, чтобы сказать, взять еще это, грязью полить моего сына. А я вот это, знаете как, когда-то это перешло, ну, уже как-то подлее стало. Когда-то появились какие-нибудь смелые люди. Допустим, он говорит, нет, земля плоская, а другой говорит, вдруг ни с того ни... То есть учили ли я, вдруг... Нет, она круглая. Вот он берет, выступает, а уже эти подговоренные студенты, подговоренные профессорами, вот этими бюрократами, уже заготовили тухлые яйца, гнилые помидоры. И когда он, человек начинает говорить, что Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот, начинает швырять в него помидоры. Но это 18-19 век, когда уже когда не сжигали. А всего 2-3 веками раньше просто на костер и все. А 21 век посмотрели на эту фотографию. А какой у вашего сына злобный взгляд? Он лопатой убить готов. А сказать спасибо, что ты нам на это, железо старше и железо младше, который послужил этим примером, что ты нам показал, как на самом-то деле надо удобрять, а не вот эту яму клаку. Ведь нельзя сюда, нельзя корни, они же больные, корни-то обрублены. Саженец-то 3-метровый, 2,5 метра.
Какие к черту корни обрубки? Как можем клаку-то? Ведь ты поранил руку, сунул туда, и столбняк обеспечен. А у деревьев такой же столбняк. Ну как бы сделать, чтобы вот это дерево увидеть сегодня, сейчас? Как оно развивается? Наверное, стало в два раза больше. Вот. У нас питомники двухлетки, я это покажу еще не раз. Ну сейчас цветение ожидается. Набухли почки на яблони, груши. Я покажу во время цветения и покажу осенью, когда все будет вяло. Прям питомники будут. Питомники, вы увидите, там питомники будут сотни килограмм расти. Маленьком питомнике. А она-то что покажет? Разве это все? Пусть какие бы ни были эти удобрения. Пусть это, ну, представь себе, вот ребенка она бы только бы шоколадом. Только, нет, не только шоколадом. Несколько шоколад, это самое, пирожное. Помните, как мечта детей? Вот. Хочу пирожное, пирожное, шоколадное, конфеты. Вот это. И вот только и больше ничем. Она хоть думает, что вот яму задать. То, что в сотни, я уже приводил примеры, правда, на другом был один такой, на меня бочку покатил. Вот. И учил других в яму, сувал то, что в сотни, в тысячи раз больше, чем нужно микроэлементов. Думаю, ну вот сейчас все вывалю туда, и все, и будет расти. Вот это и есть. Вот это клоака. Вот. И вот место спасибо. А 21-х еще страшнее. Ладно бы тухлые яйца, это можно было бы с гордостью. Если кто-то пришел тухлые яйца кидать того, кто стоит у этого, у там демонстрационной доски и что-то там показывает, объясняет, что вот так надо садить. Это еще даже признание какое-то. Мол, все мы начинали с отрицания, отрицания. Это даже закон, это закон мироздания, отрицания, отрицания. С этого все начинается.